и добрались мы до города Воротынца. Направо у нас улица с громким названием Максима Горького. Экспресс-кафе и магазин «Рыбный рай». Здесь очень много рыбы продают и очень большой ассортимент. Это так, для информации, не для рекламы. А также здесь и «Магнит», и «Пятерочка», все рядышком. Правда, встать здесь нарисовали желтую полосу. А заехать туда грузовикам нельзя, висит знак. Здрасте. Все только что было сухо, и родной дом встречает меня дождем. Что поделаешь, осень есть осень. Ехали мы в деревню Анатольевку. Здесь, конечно, не как во Львово рыночек на дороге, но все-таки есть немного лоточков. Тут уже яблоки, но в основном здесь яблоками, да, торгуют. Груши и сгущенное молоко. Кафешка раньше звалась Бурмино, сейчас Бродяга 2. Хотя и плотные. Ну что, пятница. Наступает пятница, 12:02 на часах. Я думаю, что сейчас, ну, в основном из городов же пойдут. Нам на Кстово-то, на в сторону Нижнего не должно быть. Хотя сейчас не поймешь, кто куда едет в выходные. Кто из города, кто в город. Речка Вала или Вала. Ой. Такая маленькая речушка. Такой большой мост. Справа большая стояночка у нас. Той стояночки я заезжал как-то на ДАФе, проверяли мне кондиционер. Площадка для ярмарки и также еще и полигон для автошколы. Трех
панельные домики. Здесь пятиэтажные. И выше я пока не вижу с дороги. Так, нам сейчас главное рассчитать, чтобы под зеленую полоску пройти все три светофора. Синхронно работающие. Знаете, сколько тут гаражей еще у них. Целый корпоратив. Кооператив. Так, смотрим. Зеленый зажегся. Точнее, он уже горел. 40 секунд. Так, второй не работает в режиме моргающего. В режиме ожидания стоит. Ну и третий тоже не работает. Да, что-то у них сегодня со светофорами. Это, конечно, хорошо, но это чревато тем, что выезжающие с прилегающих территорий будут пытаться выйти. А, ну тут пешеходные переходы. Получается, будут пешеходы еще притормаживать движение, тогда у выезжающих что-то и получится быстро выехать. Прошли Лысково буквально за 3 минутки. Въехали мы в Кстовский район, тоже совсем почти на родине. Здесь у нас воинская часть стоит и танкеточки, миноискатели. 478 километр на столбике. Ну и до дома уже рукой подать. Правда, мы едем сейчас не домой, а мы едем сразу на базу. Ну, заодно и полюбуемся, как у нас здесь развязочка. Может, сейчас уже сделали трассу-то? Я уезжал, там уже немножко оставалось. Но до того, как ее доделать, наверное, еще далековато. Это, кстати, мне ребята-подписчики помогают в комментариях, подсказывают, что это вот развязка в работках. Сейчас мы до нее доедем, я вам покажу. Она как раз и будет четвертой очередью обходного пути города Нижнего Новгорода и Кстова. Третью часть сделали, и эта третья часть, она у нас через Кстову идет, через промзону, поэтому там всегда получаются проблемы, особенно в час пик, когда с Лукойла люди начинают уезжать, там еще светофоры держат, и движение там вообще останавливается, вырастают огромные пробки. А если вот эту четвертую часть доделают обходного пути, будет вообще великолепно. Сразу будут, минуя, получается, Кстово, Нижний, Кстово, и еще и Запрудный обойдем. И уже выход практически в работках будет. Но это в будущем, мы посмотрим, лишь бы не заморозили. Ну, я смотрю, здесь уже и дальше потянули. Смотрите, веточку. Уже засыпают подушку. Дело потихоньку идет. Это уже у нас получается, не доезжая со стороны Казани,
развязки на Сергач. Да, смотрите-ка. Здесь уже вот посносили деревья. А куда-то у нас пропало кафе. Ее тоже снесли. По-моему, называлась она у Светланы. Ох ты, смотрите здесь, какие уже развязки сделали. Ой, это уже вот идет, наверное, со стороны Сергача. Сюда будет заворот. Да, дальше у нас уже опоры под мост поставили, ждут бетонных перекрытий. Смотрите, как все. Уже даже вон зеленой травкой посели. Смотрите, как обочина. Хорошо облагородили. Да, идем мы пока здесь коридором. Но уже видно, что здесь скоро будет магистраль. Осталось немножко подождать. Я думаю, что до холодов должны это все дело сделать. Так, вот здесь перекресточек такой опасненький. Вон как люди разъезжаются здесь. Так, вон смотрите, у нас уже, считайте, по две полосы готовы в каждом направлении практически. Лепота, да и только. Ну все, все. Скоро будем просто как по аэродрому разгоняться, смотрите-ка. Да, но дальше дело пока почему-то не идет. Я вот смотрю, они туда асфальт проложили по прямой, а стену-то там не убирают. Переположите. Почему? Казалось бы, срыть стену и стыковать дорогу. Но там с той стороны еще дорогу поднимают. Может быть, из-за этого здесь и не торопится. Да, смотрите, травку посели, она прям как зеленым покрывалом все закрыла. Нет, а здесь пока тишина. Да, подушку уже сделали, асфальт вот до сюда довели. И дальше не копают. Может, тут газовый... А, вижу. Там же газовая труба вон идет, точно. После нее тоже раскопали. Да, после нее тоже вон копают. Но, значит, тут все-таки связано дело с газом. Там вроде труба такая не толстая. Думаю, что не будет проблемы ее перенести. Так, ну вот у нас дорожка уже поднялась. То есть осталось-то совсем чуть-чуть. Такими темпами, я думаю, что в этом году мы к Новому году уже по ней поедем. Здесь вот, правда, тоже опоры сделали, а перекрытия еще пока нет. Я имею в виду для моста. Здесь у нас как прыгали мы через этот мостик, так мы и прыгаем через него. Но скоро уже, наверное, не будем прыгать. Магистраль.
заасфальтировали, все, красота-то прям. Поехать одно удовольствие, уже хочется по ней ехать. И с этой стороны у нас все уже асфальтировано. Глаз прям радуется, идет дело. Казалось, что это в далеком будущем, а нет, вот оно, вот уже на глазах у нас рождается история возникновения этой трассы. Вот здесь на месте стоянки, пожалуйста, сделали площадочку, заасфальтировали, и будет здесь хороший отстойничек для тех, кто устал, пока закрыто бетонными блоками. Лишь бы еще освещение было, а то кто-нибудь не заметит, блоки проедет. Сколько техники понагнали. Работа кипит. Ох, и денечек солнечный. Спасибо тебе, солнышко, наконец-то ты вышла. А то я уже, увидев дождик, думаю, ну все, сейчас опять слякоть, опять картина нерадостная. Думаю, к дому подъезжаю. Надо сейчас будет из машины тут вещи перегружать, а тут дождик. Да, дорожка пока у нас идет зигзагообразно так. То слева направо, то справа налево переезжаем. Ну а здесь красота по прямой. Уже от бывших впадин и оврагов не осталось и следа. Смотрите, как подняли трассу. Да, ну и вот заканчивается пока этот новый участок у нас. И раз его сюда, отсюда расширяют, значит, он по идее пойдет вот пока по этому пути, как мы сейчас поедем. А уже потом, перед Запрудным, будет уходить влево. Ну, по крайней мере, оно так должно по схеме, как вот планировалось. Еще вот, ребятки, кто бы мне схемку раздобыл, как у нас будет вот эта четвертая очередь объездной дороги выглядеть. Я был бы очень благодарен, и я думаю, что многим было бы интересно. Вот как схемку мне Алексей прислал. Объезды города Сим. Вот и здесь бы такую же.